Как создать свою NFT в сети Binance Smart Chain на площадке Aller NFT? Для этого заходим на площадку, подключаем свой кошелечек, нажимаем «Соединить». Вас спросит, какой кошелек вы хотите подключить. Я буду подключать через Trust Wallet, но так как у меня десктоп-версия, Wallet Connect нажимаем. Появляется QR-код. Берем свой мобильник, сканируем QR-код в кошельке Trust Wallet. И все, заходим на свой аккаунт. Вот, значит, здесь я создал уже одну NFT-шечку. Белый криптокод. И хочу создать вторую. Давайте нажмем создать. Выберем наше изображение, которое будет являться NFT токеном. Пусть это будет криптоман. Здесь необходимо нам задать имя NFT. Здесь мы задаем описание. И указываем цену данного токена. Жмем утвердить. Нажимаем подтверждать. И на телефон Trust Wallet нам приходит вот такое вот уведомление. Нажимаем подтвердить. У вас списывается комиссия за хранение NFT на данной площадке. Один токен будет ценой где-то $2. И ожидаем. Ожидать нужно долго. Еще раз подтверждаем транзакцию, просто окей. Все отлично, наша NFT создана. Идет обработочка. Или после обработки ваш NFT токен будет создан. Вот, значит, токен создался. Мы его можем купить, выставить на продажу, смотреть историю, информацию о токене и также его развернуть и посмотреть полностью. Такой вот токен у меня. Чтобы посмотреть свои NFT, нажмите на профиль и мои NFT. Откроется NFT-шечки. Вот два токена, которые я уже создал. Так, давайте создадим третий токен. Устанавливаем цену на данный токен. И также нажимаем утвердить. Подтверждаем, что мы хотим создать токен. Кошелек Trust Wallet нам также приходит уведомление о выполнении контракта. Подтверждаем его. И создается токен. Процесс не быстрый, нужно подождать. Ну вот, значит, крипто-теди готов.
Также мы его развернуть можем и посмотреть, как выглядит наши NFT токены площадки. Здесь будет вся подробная информация, здесь будет история покупки и продажи данного токена. Ну, я здесь собрал небольшую коллекцию уже. Сделал, значит, 8 токенов. Коллекция называется «Красные глаза». Кому интересно, приобретайте. Всем спасибо за просмотр.